За последние сутки количество инфицированных коронавирусом в Одесском регионе выросло на 443 человека, среди них 207 одесситов. Всего в Одесской области 120 867 заболевших. За прошедшие сутки зафиксировали 6 летальных случаев. В общем, болезнь за год пандемии побороли 86 тысяч жителей региона. Вакцинация продолжается, но темпы не впечатляют. За сутки количество привитых увеличилось на 90 человек. Станом на 12.21 року по місту Одесі з 25.02 вакциновано 4422 чоловіка, з них 930 працівники закладів охорони здоров'я міста Одеси, 2682 працівника закладів охорони здоров'я різних форм власності, 810 громадських і інших діячів і фізичних осіб. Одесские больницы снова имеют кислородные проблемы, на этот раз со снабжением. В мэрии говорят, что ни в Одессе, ни в области не хватает транспорта для перевозки кислорода. Рассматривают возможность обратиться за помощью в Молдову, Румынию, Турцию. Также есть проблема с оперативным предоставлением скорой помощи. Бывают случаи, когда врачи не знают, в какое медучреждение вести пациента, ведь свободных коек там может не быть. В области все куда сложнее. От некоторых населенных пунктов в больницу более 100 километров. У нас в Одесской области 7 районов створено, Одесский район найбільший. И я вдячний, еще раз говорю, за то, что вы эту проблему подняли. Мы говорили с главой областной державной администрации. Действительно, сегодня для того, чтобы мы могли оперативно реагировать на эти виклики, которые у нас есть щодо проблеми захворюваності коронавирусом, питання швидкої допомоги повинно бути розсосредоточено відповідно до районів. Тому що дійсно, коли є один центр управління і є Ізмаїл, 270 кілометрів, є там Саврань, 300 кілометрів, і коли це все координується з одного центру, то це, м'яко кажучи, не дуже ефективно.